Так, друзья, модернизировал я антенну свою. Теперь она стала разборная, йодка. И теперь можно будет ее отправлять новой почте, потому что с длиной были проблемы, и народ говорил, что не может заказывать, потому что длинная она слишком. Итак, вот здесь, значит, смотрите, состоит из двух частей. Вот это нижняя, сейчас разберу, покажу. Откручивается болтик. Вот эта часть крепится к трубе просто, ну, к мачте. Отсюда же начинается антенна. Вот здесь откручивается болт, гравера, все такое. Сейчас откручу, покажу, как это все выглядит. Так вот в разборе выглядит антенна. Вот один кусок. И основа. Это все разбирается. Вот отверстие. Это сюда вставляется и крепится. По длинным я могу сказать, что уже почта отправляться может. Значит, по длине сейчас скажу. Так, значит, 1,47 м. 1,47 м. Вот эта часть как раз нормально. И где-то 83-84 сантиметра вот этот кусок трубы. Вот, то есть вот так вот сложится и будет транспортироваться в таком состоянии. Все. Вот такой вот результат.